Всем привет! Сегодня мы будем лепить соболя. Мало кто из вас знает этого зверька. Этот зверек из семейства куньих. Это такая куница, но только немножко другого строения. Соболь обитает во всех частях Европы, в основном в северной, то есть где-нибудь в Сибири. Соболь имеет густой темно-коричневый мех. Соболь славится тем, что он прекрасный охотник. В основном охотится на мелких птиц, мелких грызунов. Из его меха любят изготавливать различную одежду. Раньше она была очень дорогая и популярная. В принципе, как и сейчас. Соболь еще не на грани вымирания. Вот такой соболь у меня получился. Всем пока. Спасибо, что досмотрели это видео.